Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Прикиньте, я записывал только что видео на таком красивом рассвете. Все показал свои сделки там, теханализ сделал, все как полагается, а видео не сохранилось. Ну да ладно. Посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Поздравляю на Тесла. Плюс 6%. По 141 доллару брали. А теперь уже выше 180 торгуется. Чтобы вы понимали, что это такое, то на фондовом рынке... А кстати говоря, 40% аудитории у меня мультимиллионеры. 29% не миллионеры. Да я вам сейчас покажу. Насколько богата моя аудитория? Больше 1 миллиона долларов – 39%. Больше 100 тысяч – 18%. И так далее. Короче говоря, 40% аудитории моей – это миллионеры. Это потрясающе. В общем, кто покупает Тесла на миллионы долларов – по 140 долларов. теперь она 185, где-то примерно там то получается сколько? 10-20%, да сколько там, 141, 185, ну примерно 40 долларов, это 10-12%. А торгуем на миллионы долларов, или может быть на миллиарды долларов тоже. Если вы купили Теслу на миллион долларов несколько недель назад, то у вас уже 1,1 миллиона долларов. Если вы инвестировали миллиард долларов в Теслу, то у вас теперь... 1,1 миллиарда долларов. 100 миллионов долларов вы могли сделать за две недели. Если вы инвестировали 10 миллиардов долларов, да, один из моих студентов, кстати говоря, он миллиардер. А еще один студент, я с ним говорил недавно, у него сотни миллионов долларов. Поздравляю, кстати. Если вы инвестировали 1000 долларов в Тесла, то у вас теперь 1100 или 1200. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Тесла плюс 6,6% показала. MCRT плюс 4,5%. Эфириум плюс 3,6%. BNB плюс 3. WorldCoin. А теперь давайте биткоин откроем. В районе 70 тысяч торгуется. Поднимался выше, но теперь откатывается назад. Волны Эллиота я тут считаю. Первый импульс коррекция. Следующий импульс, снова коррекция. И теперь пятый финальный импульс. Это то, что происходит на биткоине прямо сейчас. Я покупал 6 биткоинов вот здесь, на 56 тысяч долларов. А здесь закрылся, потому что я думал, что биткоин вниз пойдет. Нарисует там двойное дно, но он этого не сделал перевернутая голова и плечи. Но я все еще был бы осторожным. Не покупал много биткоина. Почему? Потому что, если вы давно смотрите мои видео, вы знаете, что я покупал биткоин вот здесь. Там я открывал крупные позиции. Когда биткоин стоил 16 тысяч, у меня там был лонг на 19 биткоинов. Я закрыл позицию с профитом в 200 тысяч долларов. Где-то вот здесь, на бычьем рынке. Вот здесь нужно было много покупать биткоина. Когда стахастик был в перепроданности. Я смотрю на стахастик. Стохастик это основное. И учу своих студентов. В перепроданности, значит, надо покупать. А когда в перекупленности, то не надо покупать, надо быть осторожным. И давайте даже если посмотрим на Теслу, то там то же самое. Вот смотрите. Смотрите на Теслу. Мы покупали. Мы покупали Теслу, когда она была в перепроданности. Видите, да? перепроданность. Не там, как перекупленность. В перекупленности продавать нужно. Вот здесь и мы как раз и продавали. Или здесь мы покупали Теслу. А здесь я продавал. Там покупал, тут продавал. Я торгую Тесла и поддерживаю Тесла, потому что мне нравится эта компания. Мне нравится Илон, Биткоин, Тесла, Доджкоин. Вот эти мне нравятся, я их торгую. Илон Маск гениальный человек. Отличается от других миллиардеров. Ну, неважно, короче говоря, это такое. Идемте дальше. Вот здесь я покупал Тесла на 140... О, ничего себе. Плюс 36% уже. Но он так хорошо тогда Я неправильно вначале посчитал, что 10%. Если вы купили Тесла на миллиарды долларов, то у вас уже 1,3 миллиарда долларов. если вы на 3 миллиарда купили, то у вас уже 4 миллиарда долларов. А если вы на 1 миллион набрали Теслы, то у вас уже 1,4 миллиона. если вы 100 тысяч долларов инвестировали в Теслу, то у вас уже 140 тысяч долларов. А если вы 1 тысячу долларов инвестировали, то у вас уже 1000 300 долларов. А если вы 5000 долларов инвестировали, то у вас уже 7000 долларов. А если вы 100 долларов инвестировали, то у вас уже 130 долларов. Понимаете, да? Поздравляю. Но на биткоине сейчас открывать позицию с высоким плечом опасно, потому что биткоин уже 70 тысяч стоит. Биткоин зашел в пятую волну или вот там. Имейте в виду, что эта финальная волна в волнах Эллиота, она меньше, чем предыдущий импульс. И также, кстати говоря, вот эта коррекционная волна, которая была на биткоине, она идеально прям отработала свой минимум. А минимум там был 23%. Это вот такая коррекционная волна. Так она должна работать. Не нужно мне было все-таки закрывать свою позицию, которая у меня была открыта с 56. Я просто увидел, что падают торговые объемы и решил закрыться. Вот здесь внизу я активно покупал Биткоин. я много покупал биткоина, когда он стоил 15-16 тысяч, я очень крупные позиции там открывал, но теперь я очень осторожно захожу в биткоин, только на каких-то проливах, почему, потому что биткоин уже стоит 70 тысяч долларов, я бы открывал теперь позиции только на уровнях поддержки, в расчете на отскок, потому что легко может биткоин упасть и ликвидировать мои позиции, я потеряю часть своих денег, не нужно терять деньги. Принцип такой, что максимум я могу потерять 5% от своего портфеля. Но если вы новичок, то ваш максимальный риск должен быть 2%. А потом, когда вы уже нарастите мышцу, то можете уже рисковать и 5%, когда у вас капитал будет большой, больше хотя бы 300 тысяч долларов. В общем, две такие торговые идеи это зайти от уровня поддержки. Сейчас пока что биткоин держится на этой трендовой линии. А смотрите, еще заходят торговые объемы, и стахастик разворачивается вверх. Это все подтверждает эту перевернутую голову и плеч. Похоже, что биткоин сейчас помпанет прям. И можем измерить расстояние, которое пройдет биткоин по выходу из этой головы с плечами. Что вы видите на графике сейчас, Тесла вчера плюс 6% показала. И вроде там не было никаких особо новостей, ничего такого. Она растет, может, я пропустил новости. А почему она растет? Да потому что она была в перепроданности. И там уже не было никакой разницы, если вы плохие новости вышли. Хорошие новости пампят, а плохие уже ничего не сделают. Потому что Тесла была настолько перепродана. А биткоин-то наоборот, он в перекупленности. Когда биткоин стоил 15 тысяч долларов, там уже плохие новости ничего не играли. Но теперь биткоин, смотрите, в перекупленности. И теперь плохие новости могут на него повлиять. Мы тут меряем цель по выходу из головы с плечами, и это будет 75 тысяч долларов. По выходу из головы с плечами это получается 75-76 тысяч тут большого это движения уже не будет. Вот что я имею в виду. Такая проблема. Где можно было бы зайти в лонг, это от уровней поддержки. Это более рискованный вариант. Зайти на 66 тысяч долларов. Стоп лосс на 65, 129. Тейк профит на 88 тысяч. Более безопасный вариант зайти ниже. И там можно более крупную позицию открыть на 60 тысяч долларов. перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Вчера я заработал на споте 3200 долларов. Прекрасно. Активных позиций на биткоине у меня нет. Посмотрите, какие у меня покупки-то на биткоине. Идеально я поймал дно на 56 тысяч долларов, но затем я закрылся на 61. Почему? Потому что падали торговые объемы. А затем биткоин-то бом вверх пошел. Но если вы посмотрите вообще, как я торгую, то прекрасно, да? Ну смотрите же, покупаю на дне, продаю перед падением, но, к сожалению, вот этот крайний рост биткоина я пропустил. Стоят у меня заявки на биткоине. На 10 биткоинов я хочу зайти на этой желтой трендовой линии. Вот здесь, на 60 тысяч. Это более безопасный вариант. Зайти на 60 600 долларов. И там я поставил заявку на 10 биткоинов. Также на 3 биткоина заявка по 66 200. А на споте заявка на 1 биткоин по 61 Давайте на 2 биткоина здесь зайдем, потому что будет хороший отскок от 61. Теперь на 2 биткоина по 61 тысячам или нет? Давайте на один биткоин. Все-таки биткоин-то уже перекуплен. Покет хочу взять по 10 центов. Ворлдкоин по 3,60. 636 тысяч долларов на балансе. Было 615 тысяч. За вчера плюс 3,200. USDT на 248 тысяч долларов. Получается, наполовину я до сих пор в USDT. А на 50% в рынке. Может быть, даже больше. На 60% один биткоин у меня на споте. Доджкоин на 57 700 плюс 4 процента. Ворлдкоин плюс полпроцента. процента. МСРТ плюс 5 процентов. Покет плюс 2,4%, Uniswap плюс 4,4%. И я ранний инвестор во многих этих проектах. Имейте в виду, это не финансовый совет. У меня компания Guru Ventures, и я сам персонально инвестирую больше, чем уже в 60 проектов. Может быть, и 80 уже. Может, и 100. Имейте в виду, проводите свои исследования и принимайте свои решения. Tesla плюс 6%, Dogecoin у меня крупная позиция в Доджкоине. Я когда-то покупал Доджкоин по 0.003. Кто это помнит вообще, когда так стоил Доджкоин? 0.003 доллара. Напишите мне вот в комментариях, кто тогда смотрел мои видосы, когда я жил на вилле Орлиное Гнездо. Пишите об этом в комментариях. Кто покупал вместе со мной доджкоин по 0.003, перед тем, как доджкоин пошел на 0.75, когда Илон помпанул доджкоин. А теперь додж стоит 0.16. На медвежьем рынке доджкоин опускался на 5 центов. Давайте проверим деривативы. Доджкоин. Деривативы. Давайте здесь посмотрим. Hmm. Хотел показать те покупки, но, возможно, это было на другом аккаунте. На другом, наверное, это было. Ну хорошо, идемте дальше. Похоже, что Dogecoin вышел уже из этого нисходящего треугольника, уже подтвердился этот выход. Но торговые объемы падают. Стохастик направлен вверх. На дневном стахастик в перекупленности. Но на дневном хорошие торговые объемы. Они подтверждают этот выход из треугольника. Это хорошие новости. И цель этого выхода мы можем измерить по основанию. Треугольник, а Чик, вот этот треугольник, и того расстояние получается, о котором мы говорим, эта цель будет. Это максимальная цель. Ну, не максимальная, конечно, но потенциальная такая. 23 цента. Но на 19 центов у него сильное сопротивление. На 20 центов сопротивление. Но если Илон выпустит какую-то новость, то Доджкоин полетит. И еще я хочу показать вам твит. Это мой твиттер, обязательно подпишитесь. Это мое видео вчерашнее. То посмотрите же на мой твит. Когда я начал покупать биткоин, о нем вообще никто ничего не знал. Теперь люди неправильно понимают, что такое биткоин. Но, по крайней мере, о нем слышали. Это я написал еще в 2018 году. 15 тысяч человек посмотрели мое видео, это целый стадион. Насколько богаты зрители на этом стадионе? 39% это миллионеры. У них больше 1 миллиона долларов. 21% капиталом больше 1000 долларов. USDC напечатали дополнительно 250 миллионов монет. То есть кто-то вкинул 250 миллионов долларов, и они должны были напечатать 250 миллионов USDC. Дальше. Tesla плюс 6%, MCRT, бла-бла-бла. Uniswap оспаривает решение комиссии по ценным бумагам. Тезер напечатал 1 миллиард USDT, 1 миллиард 250 миллионов USDC и 1 миллиард USDT. Похоже, что назревает мегапамп. Если печатается столько стейблкоинов, это означает, что происходят крупные покупки. Поэтому нужно брать еще больше доджкоина. Сколько у меня доджкоина уже? На 58 тысяч долларов. А доджкоин растет. Прям как я записываю это видео, растет доджкоин. Сейчас будет такой прорыв. Напечатали 1 миллиард USDT и 250 миллионов USDC. Куда это идет все? Либо в биткоин, либо в какие-то Топовые альткоины, типа саланы, Dogecoin. Да. Это означает, что биткоин сейчас помпонет. Означает, что много чего помпонет, Раз уж столько напечатано. У меня осталось 248 тысяч USDT свободных денег. Мне нравится, когда у меня много свободных денег на балансе, чтобы откупать дно. Пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два, проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь анализу. Быстро хочу записать это видео, потому что не хочу, чтобы это видео снова не сохранилось. Прошлое это видео я записал на таком красивом на фоне записывал на рассвете, и. Ну ладно, неважно, короче. Купил твои курсы несколько месяцев назад, уже заработал, купил Харли Дэвидсон. И покупаю дом за 2 миллиона долларов, покупаю виллу за 500 тысяч долларов. Это отзывы моих студентов. Спасибо, что посмотрели это видео. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Там 166 человек онлайн, 3378 в телеграм-чате. И всех поздравляю с Тесла. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.